Проходите. Присаживайтесь. А вы туда, пожалуйста. Ваше имя? Здравствуйте, если хотите. Меня зовут Фаусто де Лос-Анхелес. Фамилия? Лос-Анхелес. Дата рождения? Родился в 1968. Дата смерти? Но вы же уже все это знаете. Это для протокола. Не беспокойтесь, мне не трудно. Ну что ж, рассказывайте вашу управляющую историю. Вам напомнить? А вы можете? В купе никого не было. Я сел у окна и раскрыл книгу. Шумом открылась дверь. Вошел субъект с большим чемоданом. Я вновь погрузился в чтение, поскольку не имел никакого желания завязывать знакомство. Вы занимаете мое место! Ваше место? Пожалуйста, проверьте! Я забыл, в какой карман спрятал свой билет, но наконец нашел его. Ваше место номер 34. Это место номер 39. Я пересел напротив. Мне не хотелось уходить от окна, я намеревался любоваться пейзажем. Ваш багаж! Мой багаж? Он указал на полку. Ага, вы имеете в виду мое пальто? Согласно правилам, это багаж, поскольку занимает место, предназначенное для багажа. Я забрал пальто с полки. Он с усилием взгромоздил туда свой чемодан, разъясняя мне попутно, что этот участок полки должен находиться в исключительном распоряжении пассажира, обладающего правом занимать место номер 39. Поезд тронулся несколько рисковато. Я приступил к созерцанию пейзажа. Вы заняли место номер 38! Место номер 34 там! Он указал на угол у дверей. Ну какая разница? Ведь в купе больше никого нет! Дело в принципе! Передо мной стоял выбор. Либо вступить в открытый конфликт с этим маньяком, либо подчиниться. И я решил уйти из купе. Встав, я чуть не потерял равновесие. Локомотив, ускоряя ход, рванул вагоны. Чемодан над его головой сдвинулся к краю полки. У меня мелькнула мысль, что следует ожидать новых рывков, и, не говоря ни слова, я пересел на 34-е место. Мне неудобно относительно пейзажа, но дающая выгодную диагональную точку наблюдения за чемоданом моего попутчика. Поезд притормозил, и чемодан сдвинулся обратно вглубь полки. Может, все же лучше перейти в другое купе? Да-да, уважаемый, правила всегда следует соблюдать! Торжествующе сказал он тоном поучения. Это определило мое окончательное решение, и я остался с твердым намерением продержаться до конца. Ведь поезд еще не набрал полной скорости, и я прикрыл глаза. Помимо книги и пейзажа в поезде, остается еще третье удовольствие от поездки – это дремота. Но я не дремал. Из-под прикрытых век я мог наблюдать за полкой. Медленно, но неуклонно чемодан передвигался к краю. Между мной и его центром тяжести установилось интенсивное взаимопонимание. Решающий момент приближался. Но я все же решил дать своему попутчику шанс. Не из гуманных соображений, конечно же, и уж точно не из любви к ближнему. Из любопытства. Вы, похоже, принадлежите к ярым сторонникам правил. Можно узнать, почему? Он оживился.
Явно это была его любимая тема. Видите ли, правила необходимы, чтобы сохранялся порядок. Без правил начинается бардак. В таком случае я хочу вам кое-что предложить. Давайте поменяемся билетами. Вы займете мое место, а я ваше. Так мы не нарушим правил. Ведь билеты у нас не именные, а на предъявителя. Что скажете? Некоторое время он ошеломленно молчал. Но для чего, собственно? Ну, потому что я люблю сидеть у окна, а вы? Я ожидал ответа. Если бы он согласился, был бы спасен. Но ведь место номер 39 мое! Да, я вас понимаю, да. Это была бы манипуляция. Правила не могут быть абсолютно точными, однако это вовсе не значит, что нам позволено ими манипулировать. Разве не так? Ну вот именно. И вы, следовательно, отождествляете правила с провидением. С чем? С провидением, с судьбой. Правила исключают произвольность, то есть случайность, то есть хаос. Следовательно, они олицетворяют собой глаз провидения, знак судьбы. Вы как-то так это называете? Я говорю то же самое, что и вы, только другими словами. Вы говорите «порядок», я говорю «провидение». Вы говорите «бардак», я говорю «хаос». Но ведь это одно и то же. Следовательно, правила имеют в себе нечто... божественное? Что? Теперь я понимаю, почему они для вас так святы. Правила, уважаемый, это правила, и все! Вот и чудесно. Я прикрыл глаза в знак того, что говорить нам больше не о чем. Чемодан свалился. Мой попутчик, пораженный в висок металлическим кантом, сполз на пол. Я подумал, он потерял сознание, и клянусь, я не желал этого. И теперь был в полной растерянности. Как приводят человека в чувство? Беспомощно оглядываясь, я увидел стоп-кран с надписью «В случае опасности сорвать!» И я сорвал. В результате поезд опоздал на 2 часа, что привело к хаосу в движении поездов на дорогах всего региона. Однако это нарушение порядка нисколько не помогло. Он, как выяснилось, умер мгновенно. Браво! Прекратите шуметь! Вы не на том свете, здесь мир тишины. Просто это восхитительно. И зачем же это портить? Пройдите туда и подождите, пока я занимаюсь восхитительным. А вы присаживайтесь сюда. Несмотря ни на что, я строго придерживался правил. Мне не в чем себя обвинять. Это само собой. Ваше имя? Это для протокола. Джакомо Фуретто. 1921-1999. В той жизни был атеистом. Это не имеет значения. Женщина, заведя себе любовника, первое, что делает, рассказывает ему гадости про своего мужа. Я ее терпеливо слушал и пытался объяснить, что это... естественно, когда муж после 10 лет совместной жизни теряет ту пылкость, которая так влекла ее в первые дни. Анна не слышала меня. Она чувствовала себя разочарованной и оскорбленной. Джорджо, ее муж, превратился в ее врага. Она называла его мерзавцем, садистом и преступником, который задался целью поломать ей жизнь. Как она его ненавидела! Но Джорджо сделал прекрасную карьеру, заработал кучу денег, и она хотела этим пользоваться и мстить, тратя его деньги и изменяя ему. Со мной. Она приезжала ко мне и сразу же заключала меня в объятия. Ее любовь обрушивалась на меня, переполненная желанием и страстью. Она постоянно требовала подтверждения ответного чувства. Я говорил, как я ее люблю, когда натягивал носки или принимал душ.
Страстные поцелуи, объятия, обещания, клятвы, будто каждая проведенная вместе минута последняя в нашей жизни. Я был обязан только любить ее и позволять ей любить меня. Все остальное было вытеснено из моей жизни. Даже животные посвящают любви один сезон в году. А мне достаточно часа в день. Ну, два. И все же наши встречи доставляли мне огромное удовольствие. Анна, как любовница, была необыкновенна. И потом она меня любила и обволакивала своей любовью, ревнуя даже к моим мыслям. Она все время повторяла, как она мечтает жить со мной под одной крышей. Как-то раз Анна вдруг заявила, что это стало бы реальностью, если убить Джорджа. Она унаследовала бы его состояние, и мы могли бы пожениться. Убить ее мужа должен был я. Но почему я должен лишать жизни человека, который не сделал мне ничего дурного? И которого я даже не знаю? Анна была категорична. Муж должен умереть. Я ее любил, разумеется. Но она ничего не хотела слышать. Погрузилась в чтение детективов. Она искала наиболее эффективный и наименее опасный способ избавиться от мужа. И нашла. Простой и классический. Джорджо имел привычку, вернувшись с работы, принимать ванну. Ударить Джорджо по голове, чтобы он потерял сознание, раздеть его, положить в ванну, открыть газ, закрыть дверь, включить музыку на полную громкость. Несчастный случай. Но я не был готов бить незнакомого человека по голове, а затем тащить его в ванную, чтобы он там умер. В этом есть какая-то невоспитанность. И я уговорил Анну познакомить меня с Джорджо. Он показался мне приятным человеком. Симпатичный, открытый, вежливый, интересный собеседник. Он прекрасно разбирался в искусстве, в литературе, в политике. У него была обаятельная, дружелюбная улыбка. И я не понимал, как Анна могла столь сильно ненавидеть его. Джорджо и я сразу же почувствовали друг другу симпатию настолько, что стали тайком видеться. Нам нравилось спорить, обмениваться взглядами на те или иные проблемы. Я понял, почему Анна влюбилась в меня. У меня был точно такой же характер, что и у Джорджа. Однажды мы с ним случайно столкнулись у выхода из театра. Он так же, как я, был потрясен увиденным спектаклем. С тех пор мы стали ходить в театр вдвоем. Спустя некоторое время он стал рассказывать мне о себе, о своей жизни с Анной. Когда-то он так же, как я сейчас, был сильно влюблен в нее, но ее требовательность лишила его всякой свободы, и он стал чувствовать себя несчастным. И когда страстная любовь сменилась тихой привязанностью, он вздохнул свободно. Помимо симпатии и восхищения, я ощутил огромную благодарность ему за преподанный мне урок. Моя жизнь с Анной после убийства Джорджа имела все шансы стать похожей на его. Анна, естественно, полагала, что теперь, когда я познакомился с ним, у меня больше не осталось отговорок и пора приступить к делу. Я же, будучи эгоистом, думал прежде всего об одиноких прогулках, о ночных часах у открытого окна, в которой льется музыка моря. Нет! Я не мог убить Джорджа! Анна продолжала повторять, что это всего лишь одно мгновение, и после этого мы будем счастливы всю оставшуюся жизнь. Но именно это и тревожило меня больше всего! Всю оставшуюся жизнь! И я обратился за советом к Джорджу. Он отнесся ко мне с пониманием и сочувствием, дал понять, что я абсолютно могу рассчитывать на его дружбу. То, что он сказал, помогло мне определиться с решением и придало мужество действовать. Все случилось так, как и задумывала Анна. Всего лишь мгновение, и Анна даже не успела понять, что это она умирает вместо Джорджа. Ее
прекрасное обнаженное тело в ванне выглядело очень трогательно. Несчастный случай. Прекрасная смерть. Джорджу и я, мы хоронили ее с глазами полными слез. В конце концов, мы оба ее любили. Мы просто вынуждены были так поступить. Необходимая самооборона. Но Анна, она была великолепная женщина. И позволя ей убить Джорджу, возможно, сейчас она была бы здесь. С другой стороны, не убей я ее, сейчас здесь не было бы меня. Нам предстоит много шуметь, но не здесь. Посему попрошу, точнее потребую, безусловного понимания. Меня зовут Ада Шнайдер. Родилась в 1888 году. Умерла в 1922. Учительница. Я расскажу вам историю той учительницы, чтобы вы могли понять задачи и цели вашего условного спасения от адского огня. Вы обязаны также быть мне благодарны, так как я действую по собственной инициативе. И пусть вас не обманывает мой рассказ. Это ни в какой степени не уравнивает меня с вами. Хотя у вас и может сложиться такое впечатление. То есть вы женщина? Вы идиот. Я готов слушать. Месье Мушафиру! Да, ваша светлость. Надежды нет. Я сомневаюсь, был ли это истинный рай, хотя они это и утверждают. Очень сомневаюсь. Они усыпаны орденами. Млечный путь – орденок. Я повстречал всех наших клиентов, всех, кто убивал оптом. Вокруг их лысин кружат ангелочки. Всюду ликование на радостях, что их помиловали. Зато святые, те молчат, потому что они каменные и деревянные. Они меня так и не узнали. А это кто такие? Их можно отправить в огонь. Но я подумал, что неплохо бы нам сделать апгрейд. Мои проверки показали, что они способны и любить, и ненавидеть. И на мой взгляд, им даже удавалось делать это одновременно. Но решать вам, ваша светлость. Я вел переговоры, спорил, делал все возможное и ничего не добился. Они не выдают никого. Совсем никого? Никого! Все, кто носит военную форму, или носил ее, когда убивал, или обещает носить, когда будет убивать сам, или прикажет убивать другим, все они спасены! Спасены? Моя детская вера! Что делают они с моей детской верой? Я с сынубочкой и цыганки, которая не умела читать, но твердо знала 10 заповедей. А я сатанел. Я издевался над всеми заповедями. Я лгал, потому что если врешь, все идет как по маслу. Я крал все, что хотелось. Я развратничал с девицами и замужними. Меня боялись в каждой деревне. Ведь я был сильнее всех, потому что я сатанел. Кто подрубил ель, что среди бела дня убила моего отца? Я! А мать молилась за меня и умерла с горя. Я попал в приют и поджег его, а потом в цирк и поджег его. Потому что мне хотелось этого все сильнее и сильнее. И я поджигал везде, во всех городах, и все больше сатанел. Я верил, что предаешься дьяволу, если убиваешь, насилуешь и грабишь, попираешь все заповеди. И уничтожаешь тысячи людей, целые города. Я в это верил. А что оказалось? Что делают они с моей детской верой? Я не подумаю содержать ад для воришек и интеллигентов, для прелюбодеев и прочей мелюзги. Погасите дом театра! Никакой справедливости. Пора начать это исправлять.
месье Мусафиру. Да, ваша светлость. Ваша идея мне очень нравится. Пойдемте, господа. Приема душ больше нет. Скажите всем мелким людишкам, что арт бастует. Мы идем к вам.